Второе отделение циркового представления будет основано на национальной легенде. Юноша влюбляется в девушку, но ее похищает другой мужчина. Как говорит сам Тамерлан Нукзаров, это история о том, что за любовь надо бороться. Это будет и выступление на лошадях, и верховые бои. Знаете, у меня такого номера и не в мире, и в Европе не было. Не подумайте, что я вам расскажу. У меня идут очень быстро лошади, галопом они летят. Многие лошади еле-еле ползают. Вот это заключается. В цирке должно быть неожиданно, быстро. И почему вот эти мосты придуманы, почему оттуда выходим, отсюда выходим. Знаете, мне цирк должен быть неожиданность. И вот так мы на лошадях неожиданные трюки делаем. Одновременно на манеже цирка будет 22 лошади, которые будут быстро перемещаться по арене. Сами артисты говорят, что любая секунда здесь может дорого обойтись. Самой молодой лошади 2,5 года, самой взрослой 23. Тамерлан Нукзаров рассказал и об особенностях дрессировки этих животных. Говорит, лошадь запоминает не человека, а голос. Притом к ласке она относится так же хорошо, как и люди. Помимо лошадей на арене цирка появятся еще животные. Медведи, собаки, леопарды и другие. Это будет цирковой футбол с собаками. Это будет... Будут собаки-наездники на пони, а также джигита-обезьянка и, конечно же, наш гимнаст Гибон Гоша. Обезьянки будут и гимнастами, и наездниками-джигитами, и многое еще разного покажут. Пускай это будет сюрпризом для зрителей. Выступят на арене и клоуны. Алан Бутаев рассказал, что будет появляться каждый раз в новых образах и с новым характером. Артист добавил, что клоунада – это один из немногих номеров программы без животных. Только два номера у нас без животных. Все остальная программа у нас, ну, большой. У нас и обезьяны, и медведи, и собаки есть. Ну, естественно, лошади, на которых основной акцент сделан в программе. Тамерлан Нукзаров не раз говорил о том, что цирк должен удивлять своей неожиданностью. И вся его программа на этом и построена. Яркие выступления, запоминающиеся номера. А во втором отделении театрализованное представление, которое понравится всем. Первое выступление уже в эту субботу, 21 сентября. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».